Добрый вечер всем, дорогие мои подписчики. Хотелось бы мне с вами поделиться последней новостью из Арабских Эмиратов. Вчера, в пятницу, 3 ноября, в торговом центре Dubai Mall в магазине Apple Store начали продавать iPhone X. Да, я нисколько не ошиблась, именно iPhone X, то есть iPhone X. Несмотря на то, что название этого телефона пишется вот так. Тем не менее, сама компания Apple называет этот iPhone iPhone X, то есть 10-й iPhone. Не знаю, будет ли когда-нибудь выпущен 9-й iPhone, потому что от 8-го iPhone компания Apple благополучно сразу перешла к 10-й модели. В честь того, что компания Apple уже 10 лет на рынке. Но, тем не менее, именно вчера iPhone X впервые начал продаваться в Дубае. И смею вас заверить, некоторые особо рьяные любители телефона iPhone, соответственно, с четверга вечера ждали открытия дверей Apple Store в Dubai Mall в 8 часов утра в пятницу. Некоторые из них пришли в 5 утра, соответственно, в 6 утра. Ну, как выглядела очередь, стоящая за айфонами, я вам сейчас как раз-таки смогу показать. Ну и, конечно же, это было грандиозное событие для всех, кто проживает в Дубае. Конечно же, в айфоне 10 гораздо больше функций, чем, соответственно, в 8-м айфоне, либо в 7-м айфоне. Ну, во-первых, конечно же, это более шикарный дисплей, который показывает абсолютно все цвета. Retina дисплей. Конечно же, это стеклянный корпус, который позволяет заряжать, соответственно, этот телефон через Wi-Fi. То есть сейчас уже никакие провода будут не нужны. И, соответственно, это, конечно же, распознавание лица. То есть телефон разблокируется, когда он распознает ваше лицо. Но не знаю, насколько эта функция будет действовать. Я пока еще сама не пробовала, потому что, как вы сами понимаете, в очереди в Dubai Mall я, к сожалению, не стояла. То есть я, конечно же, очень люблю компанию Apple, я очень люблю ее продукцию. Но я не способна, соответственно, стоять в огромных очередях за новой моделью телефона. То есть я все-таки подожду, когда она уже появится в свободной продаже во всех абсолютно магазинах. Кстати говоря, компания Etisalat, телекоммуникационная компания в Арабских Эмиратах, тоже сейчас активно предлагает всем пользователям приобрести именно в компании Etisalat телефоны Apple новой модели, то есть iPhone X. И, соответственно, возможно, я даже приобрету этот телефон именно в Etisalat, потому что обычно там дается рассрочка на оплату этого телефона. И хотелось бы мне задать вам такой вопрос. А вот вы способны простоять всю ночь в очереди для того, чтобы с утра приобрести новую модель iPhone? Напишите в комментариях, если вы способны на такие подвиги. Ну а с вами была Елена Шарова. Всем спасибо, всем пока!